В Древнем Риме 23 июля отмечали День морского царя, покровителя морей и океанов, грозного и могучего Нептуна. В мифологии он является не только владыкой воды, но и покровителем конных состязаний и коневодства. В честь этого бога в Риме воздвигли храм. В России День Нептуна совпадает с Днем военно-морского флота. По-настоящему жаркое воскресное утро не помешало провести в парке отдыха отличный праздник, посвященный этому римскому богу. Для того, чтобы стать участником мероприятия, нужно было принести с собой водный пистолет и поливать всех, кто старательно избегал воды и хотел остаться сухим. Вы знаете, что сейчас такое жаркое лето, и вот последний день июля, прекрасного жаркого июля, мы решили отметить традиционным праздником День Нептуна, который проходит по всей России. В парке он проходит впервые, но не в последний раз. Для посетителей парка приготовили множество различных сюрпризов: шоу мыльных пузырей, пляжный волейбол, волейбол с водными бомбочками. Малышей ждали на арт-площадке, где по своему дизайну они могли сделать горшок для цветов. Девиз праздника Нептуна – не жалеть воды и наслаждаться летом. В этот день веселились абсолютно все. Даже взрослые смогли на несколько часов вернуться в детство. По-моему, все отлично. Отличные люди, отличная погода, много детей, взрослых, все вместе. По-моему, просто великолепно все. Гости парка, морские персонажи, пираты, рыбы, русалки, водяной и, конечно, сам Нептун остались довольны. Они надеются, что этот праздник в парке отдыха станет традиционным.